Всем привет, меня зовут Юлия Григорьева, я выступаю на лошади Калхавас Денора. Мы выступаем в командном кубке Максима Мастерс и состоим в команде Фортуна Тим с Натальей Мартьяновой и Яниной Французовой. Участники юношеского круга уже отскакали, я и Янина. Результат Янины мы пока не знаем, я только вернулась с трибуны, пока поддерживала ее, смотрела ее езду. Я проскакала сегодня хорошо, надеюсь, это принесет свой вклад в наш результат, и я буду сегодня еще смотреть за Натальей, потому что она важный член нашей команды, она несет основную ответственность за нас и за наш результат. Я в первый раз участвую в таком формате соревнований, и это действительно интересный опыт, потому что раньше, насколько я знаю, командный тип соревнований был только для конкуристов, но Максима придумала сделать то же самое и для выездки, я считаю это просто великолепная идея, потому что это очень интересно. Я ни разу не выступала в команде с девушками, с которыми выступаю сейчас. И я очень рада, что у меня есть такая возможность.